Пока жители Владивостока наслаждаются картинами известных режиссеров в рамках кинофестиваля «Меридиана Тихого», на дороге города разыгралась не менее киношная сцена. Раннее утро, проспект Столетия. Сотрудники дорожно-патрульной службы Александр Комаров и Денис Лишенко стоят на посту. В тот момент ситуация на дороге была осложнена, на одном из участков укладывали асфальт. Образовалась многокилометровая пробка. Около 7:30 утра подъехал автомобиль с просьбой о помощи, обратилась девушка, сообщив о том, что она беременна, у нее начались преждевременные роды. Не раздумывая, сотрудники полиции включили спецсигналы и сопроводили автомобиль с беременной девушкой до родильного дома. Убедились, что она находится в надежных руках, и вернулись на место несения службы. Через несколько дней Александр и Денис приехали на выписку, чтобы поздравить молодых родителей. Поздравляем вас с таким замечательным событием, рождением дочки. Я от ГИБДД по городу Владивосток хотел вам подарить детское автокресло, чтобы ваш ребенок с первых дней своей жизни был в безопасности. Анастасия родила здоровую девочку буквально через несколько часов после приезда в роддом. Ну, как будто такое дело, ты же не предугадаешь. Ну и уехала домой. Вот, и в 6 утра понимаю, что начинается, что пора. Муж в командировке, ну в командировке он уехал, и такси вызываю. Сажусь в такси, едем с такси, я понимаю, что пробка будет очень большая. Новоиспеченные родители поблагодарили сотрудников полиции за помощь и отметили, что когда малышка подрастет, то ей обязательно расскажут эту историю. Олег Завьялов, Алина Черненко, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.